Представители королевской власти в Румынии проявляют враждебные действия против русских революционных войск. Отказываются пропустить эти войска в Советскую Россию, не считаясь с избранным революционным командованием. Разоружают русские части. Один из полков 49-й дивизии, 194-й Троицко-Сергиевский, был окружен румынами. Подвоз провианта отрезан, а полк отведен в тыл. Румынские власти по приказу маршала Авареску арестовывают и расстреливают членов солдатских комитетов. Просим советское правительство оказать нам помощь. Готовы выступить с оружием и силой пробиваться на родину. Начальник 49-й революционной дивизии Сорокин. Председатель комитета 195-го пехотного полка, кажется, Чулкин. Да это уже и не важно. Ну так что же будем делать, товарищ Подвойский? Надо протестовать. Протестовать прекрасно. Кому и как? Писать ноты, на которые ни одно посольство не отвечает, сидят у себя в особняках и мечтают об учредительном собрании. Делая вид, что не только протестов, но и вообще никакой советской власти не существует. Протестовать. Так что же будем делать, Владимир Ильич? Это я только что у вас спрашивал. Кто у нас в Петрограде румынский посланник? Диаманди. Диаманди. Диамант, бриллиант? Скажите, пожалуйста. Николай Ильич, а что если попытаться взять в оправу этот бриллиант? Не понимаю. Что если арестовать этого самого Диаманди? Арестовать? Он посланник, Владимир Ильич. Ну и что же? Дипломатическая неприкосновенность. Значит, не имеем права? Ну, конечно. Жаль. А арестовывать и расстреливать наших солдатских депутатов в порядке вещей? И можно, едва ли не должно, выходит. И мы даже лишены возможности подать голос в их защиту. Арестуйте его. Непостижимо. Нет, это невероятно. Это невозможно. Это из ряда вон. Благодарю вас, вы мне очень помогли. Как это вы сейчас сделали? Что? Что, Владимир Ильич? Ну, вот это вот из ряда вон, это непостижимо, нерасторжимо. Я только хотел сказать, Владимир Ильич, что это совершенно невозможно. Достаточно арестуйте его и весь состав румынского посольства. О, прекрасно.